20 июня в Гомельском горосполкоме пройдет открытый аукцион по продаже земельных участков в частную собственность. На торги выставлено 7 лотов. Все участки предназначены для строительства и обслуживания одноквартирных жилых домов. 4 находятся на первом Староволотовском переулке. Начальная стоимость варьируется примерно от 29 до 32 тысяч рублей. Участок на 4-м Староволотовском переулке стоит почти 27 тысяч. Почти за 45 тысяч можно купить участок на Староволотовской улице. И последний расположен на Камышовой улице. Начальная стоимость чуть более 28 тысяч рублей. Извещение с перечнем необходимых для участия в торгах документов доступно на сайте Гомель-Геодез-центра. Подробную информацию об условиях проведения аукционов можно получить также в землеустроительной службе Гомельского горосполкома по номеру телефона 310948 или в Гомель-Геодез-центре по номеру 419786.